как быстро написать словесный текст под нотами. Сначала копируем текст в текстовый редактор, потом расставляем дефисы там, где они должны быть. Абсолютно каждое слово должно быть проработано так, как оно должно быть в нотах. И копируем уже готовый с дефисами текст. Заходим в Sibelius. Нажимаем ноту, с которой нам нужно вставить. Выделяем ее. Нажимаем Ctrl-L, английская. А потом Ctrl-V. Один раз нажимаем и отпускаем клавишу V. Либо другая, может быть, есть горячая. У меня, например, на мышке закреплена клавиша «Ставить». Это очень удобно. И вот так по одному слогу мы вставляем. Но когда у нас V появляется, мы здесь останавливаемся. V двигаем. Опять нажимаем также Ctrl-L и опять вставляем. Вот здесь у нас лига будет, поэтому я нажимаю пробел и дальше. Все. Вот весь текст вставлен.